Хватит гулять. Пора. На работу. Итак, всем здравствуйте. 25 февраля 2022 года. Сегодня видео будет про кабель. Нужно было снимать вчера, но вчера мне не удалось это сделать. Я так понимаю, главное, чтобы была информация. Сегодня без графиков, потому что графики не выводятся. Не знаю, по какой причине. В общем, пока не удалось нам с Николаем восстановить графики, чтобы выводились. Данные есть, но графики пока не выводятся. Что с графиками? Вот такое происходит. Нет графиков ни за час, ни за 24 часа, ни за 7 дней, 31 день. Но данные есть. Вот они. Все здесь находится. Я думаю, решим эту проблему. Также выводятся общие данные. То есть, вот они. Вот график. Но он нечитабельный. Это как раз 6 октября. Ну, там, да, 6-7 октября. Как раз момент того, как сервер установили с Николаем. Данные туда идут. Так, запись экрана моего смартфона. Данные температуры и влажности из дома идут. Данные с ветрогенератора. Вот генератор, температура, влажность, обороты, метр в секунду. Легло еще 22 декабря. Вот есть такая проблема тоже. Значит, данные с датчиков ваттметров по высокой тоже приходят. Значит, работает освещение на даче. Насос, естественно, сейчас не нужен. И вот данные кабеля по закручиванию кабеля в мачте. То есть число 5150. Это, ну, один оборот, можно сказать, ровно. Итак, что хочется добавить еще? Так как нет графика, но я на словах скажу, было полное раскручивание, то есть в ноль выходил датчик, то есть по нулям показывал. Также два оборота было, это максимально за месяц. И сейчас вот один оборот получается. Ну вот, в принципе, все, что хотел я рассказать. Да, жалко только что без графиков, но что есть, то есть. Всем пока, удачи. Всем добра, мира.